Добро пожаловать на канал «Планета для животных». Эта история, в центре событий которой была бенгальская тигрица, произошла в конце 19 века. Все мы знаем, что тигры – одни из самых опасных животных в мире. Но самым страшным тигром-людоедом в истории является чемпаватская тигрица, она охотилась на людей в районе между Непалом и Гималаями. Ее атаки были настолько частыми и смертельными, что люди называли это животное дьяволом и наказанием божьим. Множество охотников пытались убить чемпаватскую тигрицу, но она была слишком проворной и хитрой. Правительство Непала решило покончить с этой убийцей и направило солдат на поиски тигрицы. Но армия не смогла справиться с хитрой хищницей. Однако тигрица была вынуждена покинуть место обитания и перебралась в Индию, где и продолжила свою кровавую охоту. Она настолько осмелела, что начала атаковать днем и бродить по деревне, держа в страхе людей. В конечном итоге охотник Джим Корбетт смог выследить и устранить ее. Он же в последующем стал одним из основателей первых программ по сохранению тигров в дикой природе. Причиной нападений на людей стали сами люди. Изучение трупа чемпаватской тигрицы показало, что ее клыки были сломаны. Возможно, из-за выстрела, животное с поврежденными зубами начало охотиться на людей, чтобы не умереть с голода. В городе Чемпават, Индия, возле моста Читаары по дороге к Лохагат, есть цементная доска, отмечающая место, где тигрица была убита. Подробнее о чемпаватской тигрице и охоте на нее можно прочитать в автобиографической книге Джима Корбетта «Кумаонские людоеды».